сельскохозяйственные предприятия Мордовии приступили к весенним полевым работам. Об этом на своем официальном интернет-портале сообщает Республиканское министерство сельского хозяйства и продовольствия. Как указано в сообщении, одними из первых в поле выехали аграрии Атимарской птицефабрики. В отделениях предприятия, которые обрабатывают земли Большеберезняковского района, они начали подкармливать озимые культуры. По состоянию на утро среды аммиачную селитру и другие удобрения внесли уже на площади свыше 400 гектаров. Первыми имеют возможность начать сезон хозяйства в парке, в которых есть современные машины, оказывающие наименьшее давление на грунт и которые не вязнут даже на переувлажненных полях. Остальные сельхозпредприятия включатся в весеннюю полевую кампанию, когда позволит погода. Всего под урожай 2023 года в республике посеяно 166 тысяч гектаров озимых культур, 151 тысяча из них приходится на озимую пшеницу. –